Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Юрчик, и сегодня мы играем в GTA 5, и это шоу «Битва кейсов». Хай-охай, дорогие мои. И сегодня мы с Юркой в очередной раз играем на CCD GTA 5, и, друзья, это у нас «Битва кейсов», друзья. И сегодня мы на кейсы потратим 11 тысяч реальных рублей для того, чтобы выбить 3 разные тачки и пройти на них 3 разные испытания, друзья. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит на серия по шоу «Битва кейсов» на CCD, друзья. И вы только посмотрите на мою четкую тачку на огромных колесах. Максимальный колхоз на тачке, друзья. Слушай, смотрится максимально прикольненько. Мы будем формат опять делать, типа, друг против друга, то есть на два канала. Ребят, имейте в виду. Кому понравилось, тоже чекайте. То есть ситуация такая. Мы записываем ролик мне и записываем отдельно ролик Юрке. Вот, и еще можете потом у него тоже на канале прочекать. Но, друзья, сейчас... Мы с тобой, а мои в кармане. Мне, братан, мои на карточке золотой, понимаешь? Вот и все. Итак, бро, заходим мы в панель кейсов. Итак, мне говорили о том, что, возможно, имеет смысл открыть сезонный кейс. Но что-то, ребят, я как-то не доверяю, честно говоря, потому что он стоит столько же, сколько и золотой кейс. Ну, типа, который за 5000 рублей, да? Но что, даже не знаю. Поэтому, бро, давай-ка мы... Распишите более подробно, что там можно выбить с этого. Кстати, да. Потому что мало машины и вопросы. Я пока купил себе первый кейс за 5 косарей. Давайте, ребят, так, если вы вдруг уже открывали, да, кейсы сезонные, то в комментариях напишите, что реально может выпасть из самого дорогого кейса сезонного. Ну и, бро, в принципе, я уже захожу в кейс. Итак, тачек много, и у нас будет 3 разные тачки. Нет, пока еще нет. Надо было отключить чат. А, кстати, я его смогу ли... Так, Shift-O, да, я просто именно то, что он мне, да, все окей. Я пока нажимаю Shift-O, ребята, чтобы мы не видели, кому что выпало, это очень важно, да. Ну и, бро, опять-таки, 3 тачки, 3 испытания, а будет кейс за 5 косарей и еще 2 кейса по 3000. То есть, ребят, в принципе, так, тачек много, поэтому я открываю кейс за 5 косарей, который стоит, и полетели, друзья. Сразу сходу? Да, ну, сразу давай, сходу. Я тогда тоже с него и начну. Открываем кейсы, и здесь куча-куча тачек пролетает, друзья. 3 испытания и... Давай. Фу, так, ну это в принципе не дешево, но я, друзья, что-то... Мне упала тачка, которой у меня не было, это как минимум вкусно. А мне уже сообщения, ребята, пишут, понимаешь? Мне уже пошли сообщения по поводу того, что мне выпало. Ладно, идем дальше, понимаю, ребята. В принципе, покупаем сейчас 2 кейса, получается, за 3000 рублей. 2 таких кейса покупаем. И заходим в них и посмотрим, что же у нас тут, ребята, есть. Готов открывать, Юра, скажи, пожалуйста. Я тебя жду, да, давай, поехали. Команду, и погнали. Поехали, открываем кейсики, и, ребята, опять-таки, 2 тачки из этого кейса нужно выбить, и, пожалуйста, что-нибудь быстренькое, хорошенькое, пожалуйста, А еще, пожалуйста, уникальное. Да, было бы неплохо, и выпадает мне, кстати говоря, неплохо. Неплохо тоже, но, что, хорошо? Ну, хорошо? У меня не дубль, но вопросы, да. Огромные. Ладно, бро, еще один кейс, последний, открываем, поехали, не будем тянуть, крутим. Потому что я, честно, пока... Пока даже не знаю, друзья, просто не знаю, подбор максимально неочевидный у меня сейчас, потому что тачки реально очень такие своеобразные, подают мне. Так, братан. А у меня прям 3 куда надо, то есть у меня повторов нету, и неплохо, неплохо. Тоже без повторов, и что мне, ребята, тут в чате, 3 уже мне написало человека, салют YouTube. Понаехало тут. Это на продаже, нет, не на продаже, салют, ребята, всем привет, всем ку, всем, ребята, всех, кто меня встречает в игре, всем привет. Итак, друзья, на самом деле, я вот сейчас стою и думаю, что же, Юра, нам с тобой сейчас провести. 3 испытания будут, о, приехали на рейнджаках, посмотри, какие. Это чисто банда, Короче, смотри, я думаю, что... На номера посмотри. Да, я вижу. 2 мы с тобой сделаем стопудово сначала. Я думаю, что спринт-гонку. Потом, я думаю, с тобой сделаем оффроуд-гонку. Ну и давай третьим испытанием мы с тобой сделаем, я думаю, что... Ну и давай мы с тобой сделаем драг-рейсинг, бро. И да, прям отсюда мы с тобой проведем первое испытание, спринт-гонка, и выбирай, бро. Я тоже не знаю. У меня 3 тачки, и я, ребята, не знаю. Покажи мне. Юрсу выпал Мерседес. Бро, хочешь посмотреть на мою тачку? Это
какого? Это из какого кейса? Это из четвертого. Это который не самый, да, получается, дорогой? Так, ну, 13 с чем-то стоит, он нормальный, на самом нет, деле. Нет, я имею в виду не самого дорогого кейса, правильно я понимаю? Который, да. Знаешь что? Что? Впереди стоит, ты понимаешь, что мне выпал? Мне выпал X5 BMW. Это X5. Мне выпал X5. Ну, такое. Так, у тебя номер почти зеркалочка. Как тебе говорю, у меня КРА, да. Да, как обычно. Да. Короче, куда поедем? Давай GPS поставим мы с тобой. Я думаю, давай давай на военную базу. Такая прикольненькая, извилистая такая дорога, поэтому, бро, будет интересненькая гонка. Пристегивайся заранее, и мы с тобой стартуем. Приколу, достань сразу этот проверку скорости, разгон посмотрим. Кстати говоря, да, это как. Окей, ребята, я достал Race Logic и стартуем мы с тобой на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Давай. Чё? Так, ну у меня... Ого! Так, у меня сломался, походу. Так, я сейчас немножко прибалдел. 0, 104, 2,4, 100, 200, 3, ровно. У меня 2,9, чтобы ты понимал. Я 11,4 вначале, но это баганул, скорее всего. Да? Так, ну... А он, кстати говоря, управляется максимально тяжело. Он тяжелый, так, я пока выбираю Race Logic и поехали. Слушай, это какой-то новый X5, да? Ну, это новый, да, прям новый X5, ну хороший, слушай, он быстренький, он на самом деле. Я 250 разгонял. А, я плывучий, он легкий очень. Так, ладно. Ты тоже, да, плывучий, малеха. Так, давай, X5. Пока комфортно, вроде как. X5. Алло. Ребята, мне некомфортно, он плывучий. Алло, да. Он плывучий, я тебе говорю. Мне. А, короче, у меня что было? У меня X5 был, но в старом кузове, видать, я не знаю. Но... Ты где там, кстати? Я прямо около тебя пытаюсь ехать, но. Слушай, на самом деле, широкая база у Mercedes SL65 топовая. То есть не могу сказать, что это плохая тачка. Мне нравится. Охренеть. Успел, просто газанул. Так, пока чиню тачку, поехали дальше, друзья. Ну, давай, я вам скажу так, что у меня тачка... Не, она интересненькая, на чипе по-любому будет не... А, меня убрал чел какой-то, ё-моё, ну как так-то, блин? Давай. О, да, малёха. О, меня кто-то едет, да. Ага, тоже. Ага, прикинь. Давай. Быстрее нас. Кстати говоря, да. А он потому что с чипом, понимаешь? Вот, это а мы с тобой... Угар, да. У меня реально X5 просто плывучий, ребят. У нас-то как бы гонка на стоковых тачках, но это просто плывучая тачка, вы понимаете? Ну я чилю, братиш. Я кайфую, мне нравится Mercedes. Он свои деньги прям стоит. Друзья, у меня тачка просто уплывает X5. Он как будто очень мощный, понимаешь? И как будто у него слишком много убрался, Юра, я неплохо. Засмотрелся. Как будто очень много мощности. Просто этот чувак просто по прямой дал и улетел, понял, я на него засмотрелся. У него мощей много, мне тут сообщения просто, ребят, строчат. Вы же извиняйте, ребята, потом вам всем отвечу, потому что реально очень. Пока не отвечаю. Слушай, ну вниз так догоню 200... или не догоню? Я просто бью тапку в пол, потому что я могу убраться, ребята. Очень страшно ехать, ё-моё. Ау, да как так размотался я? Да как так-то? Обо что? Обо что? Капец, тачка у меня вообще, ребята, я не знаю. Я не знаю, тачка максимально, конечно, не для... Уберись! Финишная прямая. Прямая. В смысле? Это что было только что? Нормально. У него проблема, короче, когда с земли заезжаешь, его разносит, понял сразу. Я понял. Ребят, надо было тачку, возможно, для драгрейсинга оставить эту. Я не знаю, честно вам скажу. Да, мы с тобой ради интереса. Но выпуливает нормально. Да, отсюда просто стартанем, просто вот отсюда получается, и посмотрим, а кто из нас просто, ну, быстрее, да? Просто ради прикола, ну, вот напрямую, вот да. Давай, на счет 3. 1, 2, 3, гоу. У меня вот шлифун, видишь, в начале? Да, я вижу. У тебя прям зацеп хороший. Да, 200 уже есть. 2,9 достал у меня. Ну, слушай, а я сейчас без Race Logic ехал, ну да. Так, ну у меня 2,4 было и 3,0 до 100-200. Неплохо, друзья. Окей, это было первое испытание. Поехали на второе, на оффроуд гонку. И там постараемся провести классное испытание. Итак, ребята, время для второго испытания. Оффроуд гонка. Сейчас нужно выбрать одну тачку из двух оставшихся для прохождения. Я знаю, что я возьму. Да. Я тоже знаю, потому что, ребята, я все-таки надеюсь, то, что ребята разбираются некоторые в машинах и не просто так катаются на этих тачках, поэтому я возьму ее для драгрейсинга, а сейчас я возьму вот это. Так, ну-ка, сейчас я пока заспавню. Ну, окей. Да, ребята, я взял такую вот тачку, посмотрим, насколько она хороша и как она будет чувствовать на этом испытании. А ты что взял?
Escalade, ага, Escalade, а у меня Lexus, братан. Это Лёха, у меня Лёха, да. Ну таких уже Escalade две штуки, понимаешь? Понимаю, да. У меня первый, у меня первый. Окей. Друзья, два круга, едем мы с тобой направо и стартуем мы с тобой на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Так, ну ты, мне кажется, порезвее, да. Ема! Ема, он хорош, да? Он такой прям четкий, да? Он пуляет, да? Так, прыгаем или обижаем? Обижаем, да-да-да. Нормально, нормально. Здесь мы направо, хорошо. Блин, мне солнце прям в глаза светит. Солнце светит прямо в лоб, развернись, иди вперед. Давай. Нет, я боюсь, что он завалится, понимаешь? Я просто реально боюсь, что он завалится у меня. Выпуливает? Меня, может, не выпуливает, но он заваливается на бок. Это, конечно... А Escalade один только на CCD? Или это еще какой-то? Нет, Escalade, это вот он один. Он хорош, да? Хорош, реально. Прям хорош, прям, да, прям хорош. Да-да-да. Поэтому ну-ка. По сравнению с Коляном здесь, да, за 40 мультов Escalade. Да, Escalade мне очень нравился. Колян тогда плыл. У меня был два раза уже в этой рубрике, и два раза прям он хорош был. Два раза вроде как даже балл. А, нет, один раз я его взял на Drag Racing, там, конечно, он меня подвел, малеха. Нормально, Юра делал красивый кульбит и поехал дальше, да, уже? Так, давай. Gucci Flip Flop. Юрка, ну-ка, приляг, ты отдохни-ка. Прикольно. Ага, вижу. Я прям максимально вплотную к себе иду, здесь, но да? Я, ребята, не знаю, кто же будет, ребята, быстрее, я или Юра, давай. 150 раз горел. Давай, но... Вау! Нормально, хорошо, красиво. Объехал, красиво. Красиво, просто, красиво. Да, Малеха не справился, и ребята все-таки Lexus в этом испытании, просто, да. Да, зарабатывает свой балл, отлично, ну хотя бы так, ребята, я уж, ну, честно сказала, говоря, переживал. Все-таки пошустрее переживал. Будет так смотреть, прикольно. Да, Escalade хорошенькая машина, ребята. Ладненько, давайте мы сделаем последнее испытание, проведем с тобой испытание Drag Racing в аэропорту Лос-Антоса, ребята, поехали туда, и там мы продолжим на последних тачках. Итак, друзья, у нас время для последнего испытания. Это Drag Racing. И, бро, давай мы с тобой сделаем так. Стартуем мы с тобой с этой части, а едем до конца. Разворачиваемся и приезжаем потом обратно. Ты где есть, скажи, пожалуйста? Ты где-то тачку, ты? Тачку. А, ты тачку, да, уже берешь? Окей. Я пока убираю, ребята, Феррари и тоже спавню себе последнюю машину, которая максимально не для этого испытания, но выбора у меня мало, поэтому я беру именно ее. И ты взял... Мерседес? О, автобиография. А у меня автобиография, бро, а у меня да. Вот такой вот. Прикольно, что такой кабрик, да, однако, да, слушай. Ну, друзья, на самом деле, я не особо надеюсь на него, но у меня сегодня выпало 3 внедорожника, понимаешь? Просто вот 3 внедорожника, это жесть, да. Жесть. Стартуем мы с тобой на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так шифовать не надо было, я понимаю. Ну да, чисто за максималку ты разрываешь, чисто за максималку, слушай, то есть... Но... Он где-то 8600, что ли, или 8700 был этот Мерседес, то есть особо-то немного. Ну, автобиография самая дорогая у меня, если не ошибаюсь, из машины. Так, разворачиваемся, да, аккуратненько. Самая дорогая автобиография была, ну, но тачка был, да? Просто, да, тачка не для драга, видимо. То есть мы начинали сегодня как бы видосик, там были пацаны, стояли на автобиографии, тоже такие две штуки прикольные, вот. Но... А там не СВР был? Нет, там именно автобиографии. Автобиографии были, да. Такие вот, как у меня, ну, прям один в один. 265 в стоке, максималка. Ну, 230 тоже неплохо, друзья. Но все-таки, как вы понимаете, у Юрца тачка была бы быстрее для этого испытания. Ребят, ну чисто не выпало 3 внедорожника. Хотя, знаете что, если бы я взял бы, например, X5, возможно, в этом испытании я бы даже балл взял, потому что X5 ехал 270 буквально там на короткой прямой. Поэтому, скорее всего, даже X5 было бы быстрее, друзья. Но автобиографию на спринт я бы, конечно, ребята, не взял, потому что машинка бы там проиграла 100 пудов. Друзья, поэтому да. Ставьте лайки. Согласен. Собираем 4000 лайков. Выходит новенькая серия по битве кейсов на CCD. Всем удачки и всем пока. Покедова, ребята.